Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шлык, и мы продолжаем играть в Kingdom Rush. Так, ну что ж, давайте попробуем пройти теперь вот эти два уровня. Ну, в смысле, какой-то один из них. Что, вот я красивый такой. Я хочу вот этот. А, так это продолжение. Это продолжение сюжетного уровня. То есть вот он, новый чувак. А вот сидит тот чебурген, которого мы убивали. Я думал, он главный босс. А он нифига не главный босс. Так, отсюда пойдут. Что-то тут и отсюда. Вот здесь у нас 900. Давайте вот здесь. Я буду тогда на два фронта разделять. На два фронта буду разделять войну. Так, 337. Нам тут буквально чуть-чуть не хватает, чтобы... Так, тот уровень пока ни в коем случае не призываем. Потому что у нас пока с этой стороны и намека нет на победную тактику, стратегию. Так, герой, отбеги. Не видишь, тебя убивают. Так, герой! Сюда! Так, все, и нам надо как-то сейчас начинать уже строить вот здесь. Этот, ну вы поняли, короче. Так, герой погиб. Это, кстати, крайне плохо. Крайне плохо, но он сейчас воскреснет, как раз эти добегут. Так. Я думаю, надо, наверное, сюда это подкрепление. Вот он, герой. Ты бы своего чубзика призвал. Подкрепление, вы чё? Герой, сюда! Тут уже нужно... Так, тут, наверное, надо проще Армагеддоном. Кстати, на этом уровне еще что прикольно, Армагеддон бьет вашего героя. Я вот обратил сейчас внимание. Ну и вообще своих бьет, я так понял. Так, давайте следующий уровень. Так, тут надо срочно апгрейдить вот эту вот компашку. Тут Тесл у нас, слава богу, есть. Сейчас нам чуть-чуть осталось, у нас будет второй Тесл. И я думаю, мы справимся. Так, герой, стой здесь. Так, вот, наверное, вот там вот и так справятся, а вот здесь я буду армагеддошить. Вот, видите, наши были убиты тоже, как бы, как сказать, армагеддоном, я не знаю, чем точно, но не своей смертью они погибли. Да вы какого фига в ближний бой-то идете с ними? Так, тут уже можно Тесл, наверное, ставить. Так, я думаю, мы должны сейчас справиться с этими. Слушайте, прям так на грани фола первые волны пошли. Ну, теперь, я думаю, все нормально будет. Эти-то у нас точно не пролетят, мартышки. Вот. И по две не пролетят, потому что у нас Тесла. То есть решение строить Теслы все-таки было правильное решение, я так думаю. Собаки побежали. Ну ничего страшного. Держим с этой стороны. Так, наверное, нам надо тут вот здесь поставить. Или я даже, наверное, вот тут поставлю чубзиков. И вы давайте сюда, чтобы тут сдерживать хотя бы количественно, ну, чтобы Тесла успевал убивать. Герой, ты давай тоже сюда, в это место. Так, тут апгрейд, давайте следующий уровень. Просто оттуда бегут эти собаки паршивые. И... Ух ты, это ты кто такой? Демон-легионер какой-то. Так, давайте его... А, ладно, его стопорить. А, давайте застопорим. Ему там вообще абсолютно параллельно на наши маневры. Так. Дости!
Ого, там сколько этих демонов-легионеров. Так, давайте Шандерах поднимем. Армагеддоном. Да нет, вроде бы не... То я, наверное... А, так они там... То есть его надо было сразу убивать, этого легиона демона. А то они размножаются. Так, тогда тут надо статику вкачать. Во, отлично. Разносим, разносим. Давай, давай, давай. Ага, отлично, отлично. Вот, замечательно. Ой, хорошо, Тесл. Вот, умничек, Тесл. Блин, они и снизу идут-то. Не слабо. А тут у нас... Так, тут же надо их как-то застопорить. Так, я вижу, единственный выход — это потратить на них Армагеддон. Army of One. Мне дали достижение какое-то. Так. Тут тоже надо пассивочку вкачивать. Но этих-то мы, конечно... А вы кто такие? Демон Флагерон какой-то. Гася. Так, герой, ты, наверное, давай беги на эту сторону. Тут у нас, если что, чубзики будут отдуваться. Сейчас я их проапгрейжу. Хотя надо и здесь, наверное, уже чубзиков. А, ну с этими разбираются Теслы нормально. Да, я сейчас здесь тоже чубзиков поставлю. По такому же принципу. Во. Так, ну эти нам не... Эти нам не страшны, так что я думаю, можно... Вызвать уже следующий уровень. Так, замечательно. Полностью проапгрейжен? Не полностью проапгрейжен. Так. Чё тут, рыцари? Да не, я, пожалуй, здесь усилю сначала. Это, потому что герой, конечно, героем. Но дело такое, что... Опять эти легионеры идут, заразы. Так, тут форс постоянно надо строить. Ой, как я рад, что Тесл вышки стреляют сразу по всем. Так, летуны. Давайте вызовем летунов, я думаю, мы победим. А вот тут я, пожалуй, поставлю мага. Вот, он сможет стрелять везде. И туда, и сюда. И по этим, и по тем. И помогать очень сильно. Ну, и по летунам, опять же. То есть, в обе стороны. Так, держите вам апгрейд заслуженный. Так, восьмая волна из 16, то бишь половинка. Так, тут надо, наверное, чубзиков поставить. О, замечательно. Ну, летуны никогда у меня в последнее время не пролетали. Вообще, я не помню. Ну, было время, да, пролетали летуны. Сейчас я уже такой, что летуны у нас не пролетят. Вот. Так, Авада Кедабру, держи. Ой, волки бегут, мамочки. А, ну тут же у нас чубзики, и здесь чубзики, и Теслы, и маги. И всех сожрали. Так, ладно, давайте следующий уровень. Так, и сейчас будем апгрейдить, наверное, этих. Во всякие бонусы им давать. Так, сюда чубзиков. О, ты кто такой? Слушайте, ну тут это реально новые персонажи. Почему мне не пишут New Enemy там, как вот обычно? Мне не пишут. Фига себе, с этой стороны их больше идет. Герой, перебазируйся сюда. Тут опасней собаки. Сколько у него жизни? У него, ух ты, 2500. Блин, 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 блин. Что? Он перелетел нафиг? Вы, пожалуйста, сюда тогда перебегите. Так, я не знаю, есть ли там смысл армагеддонить. Ну, по идее, мы должны сейчас справиться, я так думаю.
Так, держите, вам в середину есть по ком кидать. Да-да-да-да-да, справляемся. Отлично, отлично, отлично. Куда ты там перелетаешь? Слушайте, ну я не видел такого еще чувака. Это еще кто? Ой, герой, не ходи по паленому. Отлично, Савада Кедаврил додумался таки. Сколько у нее жизней? 6000 жизней, офигеть можно. Кидайте по ней эти штуки свои. 6000 жизней, с ума сойти. Но она не так сильно бьет. То есть ее наш герой довольно долго. Его прокачали. И тут прокачали. Ее наш герой сможет сдерживать довольно-таки долго. И потом еще эти смогут сдерживать бойцы. Все. А вот и с другой стороны такая. Так, маги, ой, ребятки, вы отойдите, чтобы попадала в зону действия магов она. Так, герой, а ты давай дуй на эту сторону. Тут уже она побита, эта чубзиха. Я думаю, мы ее там победим. Вот здесь ты давай принимай участие в ее нарезке. Отлично, готово. Проапгрейдили тут тоже. Так. Чё, кто, почему тут все трое лежат? О, вышли заново. Так, я вот, наверное, сюда Армагеддон все-таки заряжу по этой Чубзатории. Во. Давайте, давайте. Вот красавцы, конечно, паладины. Слушайте, это очень. Держите вам еще бонус. Держите, держите. Кого-то там уже и маг Завада Кедабрил. Ой, страшное дело. Сейчас куча людей пройдет. Вызвал следующий уровень в надежде, что это нам даст Армагеддон, но Армагеддон нам это не дало. Офигеть! И до сих пор тут с этой колупаются, со здоровой фигнёй этой. Слушайте, ну мне просто интересно пройти этот уровень, пусть не на 3 звезды, пусть там хоть как, на 1 звезду, там, на пол звезды, как угодно, ну, мне его, честно, просто интересно уже пройти, ну, из спортивного интереса. Просто не хочется. Вот это реально сложный уровень, нифига себе. Ну, а потом будет думать, как его на 3 звезды пройти. Реально. Так, ну все, думаю. Ну на самом деле, вот если бы у нас стояли вот эти вышки, мы бы прошли. А так, конечно. Не, ну тут столько новых чебургенов выходит. Шо пипец. Я вот даже не знаю, вот тут еще Тесл башню поставить. Нормально, держим. Да, все, я думаю, вот теперь-то мы выиграем. Можно даже следующий уровень зарядить. Теперь уже мы выиграем как бы без проблем. Хотя... Меня уже не сильно пугают. Никто меня сильно не пугает, честно говоря. Тут герои раскладывают, там чубзики раскладывают.
Так, тут у нас апгрейднутый ТСЛ. Да, все. Ну, то есть уровень мы, конечно, пройдем, но не на 3 звезды. Я, пожалуй, куда-нибудь сюда еще чубзиков поставлю. И вот сюда, пожалуй. А вот здесь еще ТСЛ заложу. Ну, чубзиков, конечно, надо бы поапгрейдить. Ну ладно. Так, давайте следующий. Опа, и рано! Вот это я зря сделал. Вот это я сделал зря. Так, мага тебе. Мощного мага. А, ну хотя он на самом деле не такой уж и... Так, вы сюда. Задерживать его. Ага, задержали. Супер. Вон, мои чубзики дольше его задерживали, чем... Ай, рано я вызвал. Ну, кидайте, чё стоим? А чё они не кидают по нему? Так, сюда. Он сейчас сюда пойдет. Не, они реально по нему не кидают эти... О, копье кинули. Так, ну половину мы у него жизни сняли. Точнее, какую половину? Гораздо больше. Блин, он убил его, героя, одним ударом. Говнюк. Телепортировать, насколько я знаю, его нельзя. Так, нате Армагеддон по башке. Есть! Победа! Рога остались одни. Ну, остальных-то мы свалим там. Тут не проблема. Блин. Да, ну, конечно, сейчас эпично было. Хотя свалим ли мы их? Да должны, должны. Кстати, можно по-быстрому Тесл тоже поднять. Вот здесь эту вышку нафиг Те... Блин, мага нафиг Тесл. Во. Да свалим, свалили, все. Виктори, 2 звезды. И открыто достижение Hello. Блин, на самом деле я даже не знаю, переигрывать ли этот уровень на... А, ну нам придется по-любому, потому что у нас тогда не открыто ни героек, ни этот. Надо подумать, может быть и этой тактикой просто чуть точнее действовать Армагеддоном и призывом чубзиков, а может быть другой тактикой его пройти. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое вам спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.